По поводу вступления Украины в ЕС. Первое, что хочу отметить, по крайней мере, в новостях я точно слышал о том, что сами промышленники Украины обратились к президенту с просьбой все-таки разобраться с этим вопросом, потому что, как выяснилось, их производство становится ненужными и рентабельными, подлежат закрытию. Это удар по экономике. Что касается нашей политики по отношению к Украине. С точки зрения закона, мы, конечно, должны ее отпустить. Мы не имеем никакого отношения к этому государству, за исключением огромных общих корней. У меня тоже наполовину украинские корни. Вопрос в другом. Как грамотное государство, и как, наверное, образующее в свое время очень большое государство и Российскую империю, в том числе Советский Союз, Россия должна стараться своих союзников, не подчиненных, говорю, союзников, привлекать к себе. И с этой точки зрения, конечно, Россия должна бороться за Украину, за ее взгляд на Россию, за ее экономику для России и в обратную сторону от России к Украине. Это необходимо делать. Но в пределах, конечно, разумного, без какого-либо приказного тона, потому что это независимое государство, имеющее право на полное самоопределение.